Сегодня матч Хорватия против Англии. За кого будешь переживать и почему? Ну, за Хорватию, Чарли, конечно. О, наш игрок. Буду болеть за Чарли. Как он сказал, то же самое все. Поэтому болеем за своих ребят, которые в нашем клубе играют еще. Поэтому болеем за Чарли. СМС-ку какую-то напишем? Не, у меня номера его нет. Если сборная Грузия была, ты написал мне? Если бы ты играл, да. Спасибо. А так ты бы не играл, мне кажется. Ну, я думаю, оба забьет. Результат, ну, конечно, за Чарли, за Хорватию. Ну, ты повторяешь за всеми. Ну, я думаю, Англия выиграет. Англия, Франция будет финал. Англия, Хорватия. За кого будешь переживать и почему? Не, я переживать не буду. 1-1, думаю, сыграю. Тогда стала быть серия пенальти или что-нибудь? Нет, Англия в дополнительное время выиграет. Хорваты уже хватит серии пенальти. Предпочтения в этой паре нет у тебя? Ну, если только за Чарли поболеть. Единственное. А так, думаю, все равно Англия. Основное время 1-1. Хотелось бы, чтобы выиграла Англия, чтобы был красивый финал Франция-Англия. Даже несмотря на то, что Чарли играет за сборную Хорватии? Чарли мы очень ждем здесь. Пусть он играет хорошо за Локомотив. А за Хорватию мы сегодня не болеем, потому что они выиграли Россию. Но хочется, чтобы все-таки был красивый финал. А про Чарли не подумал, да? А Чарли не обидится, если я скажу, что Англия, мне кажется, посильнее, чем Хорватия. Но покажет все. Игра. За Хорватию болит будет как-то, не знаю. Ну там Чарли. Вот. Не знаю. Буду, наверное, за хороший футбол. Но все-таки англичане, я думаю, фавориты. Англия выиграет. Как будто один ты в команде. За красивый футбол. Сейчас красивый футбол здесь будет. Сейчас ты получишь. То, что там, это называется.